Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. И на этот раз новость будет связана с вопросом применения патентной системы налогообложения к деятельности по созданию сайтов. Именно данному вопросу посвящено письмо Минфина, реквизиты которого вы видите. И рассматривая данный вопрос, Минфин, во-первых, указывает на то, что в соответствии с главой о патентной системе налогообложения данная система применяется к деятельности по созданию программ для ЭВМ. Соответственно, возник вопрос, а можно ли создание сайтов отнести к деятельности по созданию программ для ЭВМ. И для ответа на данный вопрос Минфин обратился к общероссийскому классификатору видов экономической деятельности. И в данном документе было указано о том, что в содержании деятельности по созданию программного обеспечения в том числе входит деятельность, связанная с созданием веб-страниц. И на основе данных положений Минфин приходит к общему выводу о том, что индивидуальный предприниматель, который занимается деятельностью по созданию сайтов, может применять патентную систему налогообложения. Таким образом, предпринимателям, программистам, которые занимаются соответствующей деятельностью, необходимо принять во внимание данное письмо в целях правильного определения своих налоговых обязательств. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч!